В ночь на 17 октября у российских оккупационных войск случились серьезные неприятности на аэродроме в Бердянске. Местные жители сообщают, что было несколько громких прилетов, после чего начался пожар, а также детонации боекомплекта. Ну а российские Z-блогеры подтвердили в своих телеграм-каналах, что удар действительно был точным и нанес российской армии серьезный урон. Эти самые Z-блогеры сообщают о больших потерях в людях и в технике, а также ноют, что удар был нанесен с помощью новейших американских ракет «Атакамс». Утро недоброе. Украинцы ночью нанесли удар ракетами «Атакамс» по нашему аэродрому, на котором базировалась армейская авиация. Один из самых серьезных ударов за все время СВО. Если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовым, написал российский блогер Fighter Bomber. Были ли это в самом деле «Атакамс»? Неизвестно. Официально Украина еще таких ракет не получала, и скорее всего этот удар был нанесен какими-то другими ракетами. Но поскольку российское ПВО не смогла их сбить, то вот эти все российские блогеры и военкоры стали отмазывать свою ПВО, чтобы было не так стыдно за нее, и писать, что удар был нанесен каким-то невероятным супероружием. В общем, как они делают всегда. Некоторые даже разродились такими паническими сообщениями о том, что вот, мол, на ракеты «Атакамс» нет никакой управы, Россия не может их сбивать, поэтому в ближайшее время потери российской армии будут критическими. Когда мы объявили о применении «Атакамс» в день удара по штабу флота с аэродрома Кульбакина, наслушались про себя всяких гадостей, в том числе от ряда пророссийских каналов. Зная, как и чем сбиваются иностранные баллистические ракеты, нас ждут несколько критических потерь и в ближайшем будущем. Ракетный удар по аэродрому Бердянска был массированный. Наши товарищи также сообщают о возможном применении этого типа ракет. Также упоминается применение кассетных боеприпасов. Число ракет с места оценивается не менее чем 40, хотя это может быть субъективная оценка. Отрицательный опыт обустройства и защиты наших аэродромов учтен не был, пишет популярный Z-канал «Два майора». В общем, настроение у военкоров после пропущенных в Бердянске действительно нерадостное. И это подтверждает, что попали там действительно хорошо и нанесли российской армии на самом деле достаточно серьезный урон. Впрочем, удар по аэродрому в Бердянске не единственный провал россиян за последнее время. Другой серьезный провал также постиг их под Авдеевкой. Неделю назад российская армия начала очередное массированное наступление на Авдеевку. Город крыли из чего только можно. Как обычно, утюжи при этом жилые кварталы, промышленные предприятия и городскую инфраструктуру. Как можно увидеть на многочисленных видеозаписях, наступала российская армия, как обычно, в своем стиле. Пехота шла в мясные штурмы, а бронетехника двигалась ровными красивыми колоннами. Примерно как это было прошлой зимой под Угледаром. И как и там, все эти стройные колонны российской бронетехники эпично пожгли. В итоге даже российские военкоры в своих телеграм-каналах признали, что произошел, по сути, провал. Российская армия потеряла очень много людей, понесла серьезные потери, при этом практически ничего не добилась. По Авдеевке успехов пока не особо. Терекон потеряли. Я бы не радовался нарисованным стрелочкам. Ждем разматывания обороны, исчерпания ресурсов. Хотя лично я сомневаюсь, что метод выжимания противника артемовско-верденским способом себя оправдывает, написал российский военкор Роман Сапаньков. Как интересно, у них меняется риторика. Еще весной они объявляли вагнеровцев самой эффективной пехотой в мире, пели дифирамбы Пригожину, преклонялись перед его гением, а теперь они уже пишут, что способ ведения войны, вот этот артемовско-верденовский способ, который использовал Пригожин, себя не оправдал, и по сути Пригожин просто без всякого смысла положил огромное количество людей. Ну а вот что пишет друг Игоря Стрелкова, рассерженный патриот, российский писатель и блогер, Максим Калашников. Он тоже не в восторге от того, что произошло под Авдеевкой, и это мягко говоря. Еще 3 дня назад пропаганда бурно вещала о стремительном охвате позиций ВСУ в Авдеевке, пригород Донецка, и новом котле.
Но очень быстро бравурность выдохлась. Наше продвижение сильно замедлилось. Стали расти потери, и ВС РФ попали в положение тех же ВСУ, что расшибаются в лобовых атаках. И теперь Кремль вещает так: мы активно обороняемся, лишь кое-где улучшая положение. А вражины ликуют, показывая уйму сожженной нашей бронетехники. Все объясняется просто. Наши эффективные манагеры выкинули на помойку все учебники по военному искусству и сами творят. То есть они кинули в наступление войска, иногда в походных колоннах, совершенно не решив проблем ни со связью, ни с контрбатарейной борьбой, ни самое главное, не изолировав район охвата. То есть, несмотря на объявленное господство в воздухе, ВСУ не лишились возможности подтягивать к Авдеевке резервы, вести боеприпасы и провиант. Произошло через полтора года войны. Попадание в позиционный тупик образца 1915-го, пишет Калашников. Ну а известный российский военкор Сладков ничего особенного выдумывать не стал и просто написал, что брать Авдеевку на самом деле никто вообще не хотел, и российское министерство обороны ничего никому и не обещало. Чтобы окружить Авдеевку, надо взять много старых опорных пунктов ВСУ. Позиции украинской армии заливали бетоном с 2015 года, когда, кстати, никто по ним жестко не стрелял. Строй себе укрепление и строй. Теперь это дает плоды. Артой не очень-то и разобьешь. Плюс минные поля. Да и вообще, наша Минобороны ничего и не обещала. Но факт есть факт. Стрельба закончилась, пишет Сладков. Люди, которые собирались брать Киев за 3 дня, теперь пишут, что уже и Авдеевка не очень-то и нужна, а то там украинцы сильно укрепились. В общем, совершенно непонятно, ну лично мне непонятно, ради чего, для чего, зачем они вообще все это продолжают. Поскольку чем дольше все это тянется, тем более очевидным для всех становится, что российская армия слабая и отстала. И, конечно же, это видит весь мир, потому что, безусловно, сейчас внимание аналитиков всего мира приковано к событиям на фронте. Они все фиксируют, анализируют, замечают. И, конечно же, они видят все эти провалы. И если бы Россия там демонстрировала какую-то силу, я бы еще понял. В этом была бы какая-то жестокая, людоедская, но все-таки логика. Но дело в том, что то, что происходит, это демонстрация бессилия. То есть Россия показывает, что она ничего не может сделать с Украиной уже 600 дней, хотя рассказывала, что там за 2 дня все решит моментальным блицкригом. Естественно, все это видят и соответствующим образом реагируют. Россию уже выперли с Южного Кавказа, где Азербайджан, насмотревшись на ее слабость, просто решил вопрос с Карабахом, не обращая внимания ни на каких миротворцев, понимая, что Россия ничего не сможет сделать. От России отворачиваются союзники, над Россией смеются недруги и конкуренты, и чем дольше тянется все это в Украине, тем сильнее падает авторитет России, и тем больше и больше над ней смеются, и тем меньше и меньше с ней считаются. Я не знаю, зачем они это продолжают, усугубляя свое положение, но, видимо, российским патриотам все это нравится. В общем, они продолжают и продолжают себя загонять вот в это болото и опускать все ниже и ниже свой авторитет.